Господа, всем добрый день. Good Game, СК2, Twitch, привет всем. Сегодня у меня снова выдалось окно. Таким образом, мы сможем продолжить с вами трансляцию по Evil Within. И надеюсь, что приблизится еще ближе к окончанию игры. Простите за тавтологию. Всем еще раз здравствуйте. Like Good Game, современный Индиго, Хорус, Гавланыч пришел. Там, кто там еще у нас был? Zero L. Да, Zero L. Опять забыл сделать анонс, но не серчай, потому что Индиго, Птиам, Никис, Бейсраф, Партизан. Потому что как бы вылетело из головы. Я сделал анонс и уехал на работу, вот только вернулся. Разлом, привет, спасибо. Сегодня продолжим то, что у нас уже на протяжении там сколько их, двух или трех дней ведется трансляция по этой игре. Ребят, необходимо закончить первое прохождение и начать второе. На ачивы уже, на трофеи. Вот, с первым мы попробуем сделать все, что нужно по поводу того, чтобы продвинуться ближе к платине. Вот, сегодня стрим будет где-то до вечера приблизительно, поэтому я думаю, что какая-то динамика будет во всем этом. По поводу анонсов стрима, да, я забываю в группу Good Game, потому что там какой-то сложный функционал, надо писать администратору группы. Честно говоря, мне это весьма напряжно. Да и не хочется находиться в позиции просящего, потому что как-то единожды уже спрашивал, правда, это было давно. Ну, вроде дали понять, что группа только для профессионалов. Вот, а скромные казуальные трофи рана никого не интересуют. Только профессиональные киберспортивные дисциплины. Это StarCraft, это Defense of the Asians, League of Legends, что там еще? World of Tanks, да. Только профессионализм. А, еще забыли, что Warface. Это дал понять Майкер. Майкер дал понять это. Вот. Было, правда, это давно, около... Да, Hearthstone. Около, наверное, года назад, может быть, и полутора. Вот, поэтому я больше не поднимал данную тему и, в общем, все это очень... Не люблю навязываться. Навязываться — это самое страшное, что... Ребят, по поводу розыгрышей. Во-первых, Ермак, спасибо ему огромное. Постоянно радует. Продолжает радовать. Он предоставил на розыгрыш очень вкусные штуки. Вот. Дот я забыл. Defense of the Asians, я же сказал. Вот. Значит, он предоставил на розыгрыш очень интересные штуки. Мы их сегодня, наверное, с Вакарином, когда он подойдет, разыграем, если он еще не здесь. Наверное, он еще не здесь. Вот, там много интересного. Я думаю, вам понравится. Пока не знаем, как разыгрывать будем. Возможно, среди всех. Возможно, среди премов. А возможно, среди тех людей, кто поддерживает канал. Зерел, ну, Катерина же на пятидневке работает, поэтому на работе сейчас тоже. У меня с графиком более-менее посвободнее, потому что я на руководящей должности. Вот, мне как-то попроще. Вот, чем было раньше. Сейчас немножечко побольше окон, поэтому есть возможность порадовать вас трансляциями. Скоро такой возможности, возможно, снова не будет. Вот, но пока возможность есть, нужно действовать. Нужно действовать на положительную динамику развития. Так, Александр только что написал, что сможет подойти только к 5-6 часам. Вот. Видимо, он слушает нас сейчас, в данный момент, с вами. Напишу ему: хорошо. Тогда и устроим розыгрыш. Еще раз скажу, ребят, пока окончательного решения нет, среди кого будет разыграно, потому что там очень вкусные призы. Вот, наверное, может быть, даже среди тех, кто поддерживает наши скромные трансляции. Например, что монетизация у нас, возможно, только через... РКБ. Подголин, так есть этот самый, как его? Есть же ведь у меня в социальной сети там более, скажем так, детальная фотография. Там коллекционки стоят. Я наконец выставил какую-то часть из них. После ремонта удалось поставить. Вот, а то они все стояли в коробках хаотично, но сейчас это все более упорядочено. Так, ребят, давайте, наверное,
еще немножко времени, мне нужно театральный, буквально 5 минут, наверное, перенесем анонс, нужно отойти. Вот, и потом уже пойдем по сюжету дальше. Играть за Себастина Касталаноса. Для того, чтобы приблизиться к концу. 15 глав в игре, мы вроде как в 11-й. Вот, посмотрим, как что. Так, на СК-2 у нас пока тишина. Мужчины все спят, видимо. Точнее, кто где. Вот, активность у нас есть только на Твиче и на ГГ. Ну, это хорошо, собственно говоря. Так. Ну что ж, давайте я отойду и потом начнем же. Thank you.
Так, еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас продолжение трансляции по игре The Evil Within. Я смотрю, у нас на СК2 появилась активность. Алекс Визим. И Куалтар пришел. Привет, ребят. На Твиче, да, она вроде давно там появилась. Просто, честно говоря, Твич — это запасной канал. Мы его особо даже никогда не развивали. Вот, поэтому как-то так. Итак, давайте продолжим. Во власти зла. Внутреннее зло, как там, только не переводит название данной игры. Поэтому давайте посмотрим, что будет дальше. Надо уже заканчивать ее. Что-то она прям затянулась. Да, Джин, ты что, я скинул? Ну, что-то похожее мы видели в автоматах. Там один в один, такая же минута. На, не знаю. Из автомата вчера такая же упала. Ну да, просто хранилище водов. Не более. Хелбом, привет. У нас там подошел еще Галланыч. Индиго, Плейграунд. Сноуэр. Это первое прохождение, поэтому уровень сложности максимальный для первого прохождения. И, пожалуй, на этом все. Вообще планируется прохождение на платину, если получится. Это предполагает прохождение на уровне сложности Акьюма, который предлагает игроку достаточный челлендж, лишение, трэш и боль. Поэтому посмотрим. Так, лутаем слякоч. Еще один. А, это патрон для Магнума. Говорили, что мало будет, хотя что-то падает нормально. Тут ключ очень далеко спрятан, так что бери снайперку, пишет. Пишет Джин. Знать бы где, да? Еще. Джин, сейчас сориентируй, где спрятан. Где спрятан ключ? Сейчас посмотрим, поизучаем. На фонарном столбе нет. Ориентир на кран, говорит, Пеку нарисовал. Ориентир на кран. Так, ну давайте поизучаем. Ну, на кране-то вряд ли. Это же, наверное, как-то элемент декорации, нет? Так, там у нас, по-моему, депо. Флюгер. Что-то не вижу я ничего, Джин. А где? Колючий пришел. Привет, Николай. Как твои дела? Что-то не вижу я, Джин, ничего. Ну, вот этом крайне, может быть. Ничего не вижу. Так, а, вот же она, ничего себе. Так, и куда эта штука упадет? Угу. Рука дрожит. Смотрите, даже время полета пули есть, да? Ну что, она упала вон туда, видимо. Так, тонкий момент. А тут вообще выбраться можно, если туда плюхнуть? Да, наверняка можно. Ну, пойдем посмотрим. Не в воду, говорит, иди дальше. Ну ладно, поверим на слово. Джин никогда не подводил. Так, здесь очевидно, что сейф. Статику бьем. Рядом, говорит, с автомобилем на другой стороне будет. Понятно. Так, нам, видимо, сюда. Калеб, привет. Ты не переживай, потому что прохождение будет не только вот это одно. Еще успеть надоест. Если успеем, я хотел бы попробовать в рамках трофи хантинга здесь.
раздобыть побольше трофеев. Если получится, в идеале платину. Не знаю, как там с Акима пойдет, сколько времени на это затратится. По ощущениям много. Акума все-таки такая Акума. Так. Очередной дневник. Дневник Себастьяна Кастеланоса. Как будто у меня мало проблем с семьей и на работе. К нам с Джозефом прикрепили стажерку. Супер будет... Супер. Будем няньками. Кидман. Еще совсем зеленая. Но как у всех новичков, в наше время сомнения у нее выше крыши. Каждый раз, когда мне приходилось слегка обходить правила, я ловлю себя на мысли, что вижу ее косые взгляды. Она не понимает, что это часть ее работы, что иначе закрыть дело бывает просто невозможно. Что до ее характера, то Кидман холодная рыба. Совершенно отстраненная. Ее задача наблюдать за обстановкой и помогать нам. Но иногда мне кажется, что она ученый, который смотрит на чашку Петри, где сидим мы, словно она просто изучает нас вместо того, чтобы самой учиться. Есть в ней что-то, что бесит, но я не могу понять, что именно. Это и краткая характеристика о том, как они познакомились со своей напарницей. Кидман, да, мы тут вот недавно с ней встретились, мы ее спасли после... С Себастьяном что-то произошло, в общем, она от нас свалила. Сериал Киллер, Investigator Missing. Так, очередная газета. Пропал следователь, искавший серийного убийцу. Его имя и что с ним стало неизвестно. Поиски серийного убийцы остановлены, полиция опровергает слухи о том, что главный следователь пропал без вести. Любопытно. Джозеф, привет. Всем еще раз здравствуйте, кто только подошел. Good Game, СК2, привет. Господи, ты когда-нибудь меня до этого сам до инфаркта доведешь? Так, а по-моему, ключей-то у нас нет. Зачем я иду в хранилище, непонятно. Но давайте посомневаемся. Может, я что-то забыл там взять. Поищем вчерашний день. Вот, поискали и нашли патроны, например. Нашли патроны. Так, это мы тоже взять не можем, потому что... Ну, потому что... А, нет, у нас есть один ключ. У нас есть один ключ. Джозеф, сложно сказать. Я, честно говоря, не знаю, вроде старая гвардия, но в зависимости от трансляции к трансляции люди приходят разные. Хас спрашивает, как долго ключ от према идет. Если не дойдет, напиши, пожалуйста, в личку, я разберусь. Напишу ответственным людям, соответственно, и выдадим ключ. Все зависит от банка, от транзакций и так далее. Так, нужно сделать правильный, мудрый выбор. Давайте посчитаем, какое количество у нас осталось здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Так, девять на этой стороне. Девять ключей. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять на этой. Девять, девять. 5-10 минут, подсказывает Индиго. Атлас говорит, первый раз попал на эту игру. Но на самом деле это далеко не первый стрим по ней. Ничего страшного. Так, при покупке он должен был появиться после оплаты, если не меняли ничего. Ну, бывает такое, что какие-то проблемы с транзакциями, поэтому ничего страшного. Так, давайте, блин, даже не знаю, ребят, как открывать. Давайте крайний, средний, например. Это граната. А, нет, это Frostbolt. Фростболт. Ну, не сказать, что мы особо часто пользуемся фростболтами. Ну, ладно. Ладно. Что-то деталек мало у нас. Я бы сказал, очень мало. НМР спрашивает, разве стример не приходил эту игру? Нет, еще пока не проходил. Все никак. У меня был достаточно большой перерыв, я не стримил из-за того, что много задач было по работе. Сейчас вот могу постримить какое-то время. Потом, возможно, опять пропаду. Так, болты агония, сила лечения, запас. Запас. Сейчас подумаем. Ну, я не вижу, на самом деле, особого профита. Мы, как же, цегрейдили с вами снайперскую винтовку. Так, 30 тысяч на максимальный множитель урона, плюс 40%, аж я думаю, что дотерпим. Дотерпим легко, крит не будем, уже все, там максималочка. Да,
Коль игра достойная, поиграй обязательно. Если тебе нравится творчество Синдзи Миками, конечно. Такие игры, как Resident Evil, она очень похожа на Resident Evil местами. Вот. Но это классическое японское качество, в котором можно быть уверенным. Вот, он в свое время радовал нас различными проектами, в том числе и Vanquish мой, горячо любимый. Замечательная игра. Есть только на 7-м поколении. Поэтому обязательно поиграй. Но она достаточно длинная. Достаточно длинная и местами бросает сложный вызов игроку, особенно на сложности выше стандартной. Мне нравились первые части Resident Evil. Ну, это классика. Классика. Сейчас ремастер от вышел. Я его приобрел, но так до сих пор и не посмотрел. Говорят, неплохо. Вот Виктор Хорус, это член нашего комьюнити, оставлял положительные фидбэки об ремастер от версии. Говорит, игра ему понравилась. Бессмертная классика, опять же. И в новом сеттинге игра обрела новый смысл. Жил он, привет. Да, Калиб, я видел твой вопрос, я даже ответил на него. Привет еще раз тебе. На Ютубе, ой, деденька, простите, пожалуйста. На Ютубе, а где мой топор? Такой вот вопрос. Здравствуйте, у меня был топор где-то там. На Ютубе, по-моему, где-то были записи, но системно я их не выкладывал, поэтому все, что есть по этой игре, есть на Твиче. Будет такая возможность. У меня кончилась стамина. Отдышка. Вот, будет еще такая возможность. А топор-то я куда дел? Куда пропал топор? Ладно, окей. Убьем его так. Понадеемся на крит. Рано, привет. Ребята, еще раз всем здравствуйте. Для плюса вышел список номер. Да, уже вчера обсуждали это. Тема общеизвестная. Общедоступная, можно посмотреть. Нет, Джозеф, он будет стримить обязательно. Просто у него тоже там... А где наш альтернативный живой? У него тоже изменения, ремонт у Саши. Так совпало. Так, секунда, а ты что, обратно в ящик залез, что ли? Дорогой, ты куда пропал-то? Спички-то мы заберем. А где этот мужчина? Тут удивительно рядом просто. Взял и исчез. Поппи, миллион раз рассказывал про сюжет, это точно должен был быть на трансляциях в этот момент, но расскажу еще раз. Сюжет у нас базируется на том, что Себастьян Кастелланос, это главный герой игры, вместе со своими напарниками расследует странные мистические события, произошедшие, имеющие место быть в лечебнице Маяк, психиатрической лечебнице. Они туда отправились, вот. В результате следственных мер, следственных действий, дела производства стало известно, что в лечебнице все умерли, проводились страшные эксперименты с сознанием человека на базе комплекса STEM. Вот, и один из постояльцев этой лечебницы имеет непосредственное отношение ко всему произошедшему. Зовут его Рубик, Рубик Викториано. Вот, он наблюдался у одного из докторов. Но, в общем-то, все пошло не так. Инцидент по совмещению сознаний, как и любые игры с мозгом, сильно не изучен. И, в общем, все, что мы сейчас видим, это последствия того, что произошло. Безжизненный город, обрывки какой-то реальности, непонятно, что это вообще. Настоящее, либо вымышленное. В общем, не ясно. Мы пытаемся спасти Лесли и спасти наших напарников. Ну и, в общем-то, выбраться из всей заварушки. Так, Джин говорил, что где-то здесь находится ключ. Я, честно говоря, не знаю. Туда наверняка можно прыгнуть, попробовать. Возле машины, он говорил. Вот автомобиль у нас есть. Туда он не прыгает. Туда он никак не прыгает. Так, рядом с проходом. А, вот же он. Слушайте, ну можно сходить забрать. Можно подождать следующего. Давайте, наверное, следующего подождем. Я склонен, не склонен возвращаться туда. Так, здесь что? Ну-ка. Напомню, что... А, мы прошли главу. 11 эпизод пройден. Ну...
хорошо. Давайте к 12-му перейдем скорее. 19 часов уже играем. Вот, игра достаточно интересная. Мне она нравится. Не только сюжетом, но и сеттингом. Классический японский Sapiens. Все отлично. Сидзи Миками и Масата Кимура радуют. Вот. Также творчество художника Наоки Катакай, кажется, его звали. Зовут, точнее, почему звали. В общем, японцы, на мой взгляд, проделали годную работу. Bethesda, молодцы. Не, Bethesda это как бы издатель. Вот. Bethesda издатель, разработчик Tango Gameworks, если мне не изменяет память. Вот. В игре переделана немножко движок IDH5. Вот, она, в принципе, есть на практически всех платформах. Это кроссген. Слава богу, ты жив. Как ты попал сюда? Это было нелегко. Но хоть больше не было таких припадков. Слушай, я могу сказать, что тебе очень повезло. Эй, кажется, я нашел для нас кое-какой транспорт. Это автобус. Джин, спасибо большое за ссылочку. А это вообще штука заведется? Ну вот сейчас мы это и узнаем. О, это Кидман. Что-то он там уже заводит. Похоже, стартер накрылся. Что ты делаешь? Отвечай мне, Кид. Зерёв, вполне возможно такой поворот. Так, это что такое? Гигантский паук или что? Да, это похоже какая-то гигантская биомасса, похожая на паука. Ужасы какие. Поездка называется, 12 глава. Так, эта тварь гонится за нами. Просто острая как бритва. О нет! Я здесь не собираюсь умирать. Да, я тоже. Так, что делаем-то? Делаем, наверное, следующее. Пытаемся ее убить. Мониторим ногу. Пытаемся убить эту тварь. Успокаиваем ее. Жми, 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 жми. Да, жми. Так. Что за твари тут? Доставай дробаш. Так, нет, 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 нет. Отцепись от меня. Гадость какая. Отвратительная штука. Так, ладно. К этому я не был готов, но теперь я буду знать. Джозеф, вот... Себастьян вообще не спешит никуда просто. Кто знает жизнь, тот не спешит. Так, что у нас есть? Эта штука опять гонится за нами. Это катсцена. Вообще не бегает. Никак не реагирует на происходящее. Так, это Магнум был. Патроны для Магнума. Контрольная точка. Сейчас, ребят, подождите, пожалуйста. Я попытаюсь понять, как мне... 6-6 запас. Так, Магнум или обычный пистолет. Снопа. Нет, все-таки снопу я ставлю сюда. Магнум я ставлю сюда. Так, теперь что? Ну, теперь все понятно, что теперь. Давай Да, над нами я вижу все. По-моему, он не умер. Так, а мы дальше поедем, нет? Дальше, видимо, мы пока не поедем. Один готов. Бочку взорвали. Взорвали мы не мы, к сожалению. Так, голову ему размажило. Враг справа. Так, забираем патроны. Ноу, привет. О, вот этот неприятный тип. С пушкой-то, ё-моё. Это очень повезло.
Это очень повезло, потому что кританул пистолет. Так, что там, крит прошел, не прошел, не вижу. Восьмизарядный револьвер. Так, сверху один с ружьем. Попадаю в него немножко. Давай, давай, заряжай, заряжай. Заряжай. Очень долго перезарядочка идет у нас. Может быть, есть смысл бустануть. Так, еще один. Хорошо, что практически ваншот, потому что прокачали дамаг хорошо и... Ой. Здравствуйте. Забрасывает нас уже потихоньку. Патроны кончаются. Стремительно просто. Гранату может быть. Так, один сидит. В бочку. Патронов вообще нет больше. Я не знаю, что делать, ребят. Чем стрелять, непонятно. Вот не упало тут немного, но это все. Вижу. Так, вроде все. Опять же, катсцена, что под автобус? А, нет, цистерна. Это было совсем близко. Да, совсем близко, у меня не осталось патронов. Я не знаю, что делать. У меня вообще патронов нет. 5 патронов в дробаше. Это несерьезно совсем. Контрольная точка. Нет ни хп, ни патронов, ничего. Ну, болты есть, да, я не спорю. Немного, но есть. Кстати, по поводу болтов, их надо покрафтить. Я не знаю, как у нас с деталями обстоят дела. Ну вот болты такие только. Опять же, я бы их приберег на серьезных противников. Держись с левой стороны. Буду стрелять из пистолета, потому что у него так, вот эта тварь. Че, из дробаша поехали? Понятно все. Дримик, привет. Сорг, привет. Если с кем не поздоровался, ребят, всем еще раз здравствуйте. Простите, всех не успеваю заметить. Так. Потерпел немного от паука, но непонятно, чему вообще долбить. Там вроде все просто, мониторишь ногу и все. Так, патронов нету, как так? Где же, где-то были где-то. Осталось 2 патрона. Не знаю, что делать, парни. Реально, ситуация патовая просто. А я не скрафтил еще, да? Я молодец вообще. Блин, какой-то фростболт. Рутос поддержал канал на 100 рублей. Спасибо большое, Рутос. Это приятно. Так, может, может бабахнем его? Давайте его бабахнем, наверное. Хотя, подождите, у меня магнум есть. Что лодку-то раскачиваешь, родной? Там он наспаунил личинок, да? Справа, что там справа? Справа не успел я заметить, что там. Справа.
Основная проблема, что нехватка боеприпасов. Просто такая, что привет, нужно качать емкость магазинов. Для того, чтобы собирать и ничего не тратить. Это основная проблема здесь. Так, ну сейчас поаккуратнее. Сыграем, самое главное заметить тот момент, когда у нас спавнит личинок. Так, и давайте, наверное, поступим по-другому. Немного. Здесь сейчас наделаю болтов. Вот таких вот. Возьму арбалет. Попробуем сделать очень больно. Так, он спавнит личинок, по-моему. Они ползли. Так, снова раскачивает. Что там происходит? Где лево? Сейчас будет to the left, она скажет. Так, опять он там спавнит, по-моему. У меня больше нечего противопоставить этой гадости. Нечего противопоставить, реально, ребят. У меня вообще патронов нет. Так, забирайся быстро, аптекой лечись. Это жесть. Срочно лечись аптекой. Так, граната. Дробаш. Два патрона. Ну хорошо, это мы оставим, допустим. Деталек нет вообще. Арахнофобия. Ну, похоже, он потерпел. Бронзу дали. Видимо, сюжетная ошибка. Ачивка. Трофей. Трофей, точнее. Основная проблема — нужно решить что-то с боеприпасами. Джозеф, куда мы направляемся? У меня есть одна теория. Мы постоянно перемещаемся с места на место, словно по чьей-то воле. И сориентироваться на местность тут практически невозможно. Но свет психбольницы «Маяк», он всегда вдали. Да, он это заметил, действительно. Эта штука, которую меня подключили, я видел ее в разных местах. Вот, посмотри. Да, я тоже. Похоже, она одно и то же, но точно не скажу, что это такое. Я заметил, что каждый раз, когда я нахожу ее, маяк становится все ближе. Это книга, дневник. Возможно, это совпадение, но, как я уже говорил, похоже, что всем этим кто-то управляет. Значит, по-твоему, мы должны направиться прямо в больницу? Точно. Отличная работа, детектив. Похоже, по правой стороне до больницы будет ближе. Так, это, видимо, был снайпер, бедный Джозеф. Джозеф, нет! Вытащи нас отсюда. Там, вон, смотри, скорая. Возможно, в ней есть аптечка. Так, подожди, у меня есть две аптечки. Нет, нет, ты не допускай их. На самом деле, у нас есть две аптечки, мы их экономим уже с незапамятных времен. Вот, но... пум-пум. Так, плотный снайперский огонь. Так, давайте все-таки посмотрим, что у нас есть в наличии, потому что, по-моему, все очень плохо. Деталик ноль. Пуль ноль. Здесь одна. Здесь у нас... Блин, нет ничего, просто Кори, привет. Вообще ничего нет. Короче, убираем все это. Поползли. Будем обходиться тем, что есть, бутылками. Вгрызаться в плоть врагов. Зато спичек много. А ты знаешь, док, есть подозрение, что это не он. Док, привет, кстати. К сожалению, не вижу целиком твоего ника, поэтому он меня отображается как док. А уже предположение ребята сделали, что далеко не он. Так, барная потасовка, да, у нас случилась тут. За вот это, за вот такой вот мув дают отдельный трофей. Мы его с вами как-то сделали. Так, ну будем действовать скрытно. Во всяком случае, постараемся действовать скрытно, потому что боеприпасов нет вообще.
Так, теперь нужно забрать вот этого обезумевшего представителя власти. Цорк, гранаты лучше оставить на что-то более надежное. Потому что это мы можем пройти без гранат. Стрелой можно несколько зомбаков так нарезать. Хорошо, Кори, будем знать. Не, пушки я у них не могу брать. Я могу брать у них так. А у меня бутылка и что, или что там? Не, у меня нет ничего вообще. К сожалению, у меня нет ничего, ребята. Так, эта тварь... Ой, он с гранатой. Эта тварь придется нам покайтить как-нибудь хитро. А, он нас снова не видит, хорошо. Память у них как у золотых рыбок, поэтому... Ничего страшного. Так, здесь ничего точно нет. Ну как нет, вот есть. Патроны для магнума, кажется. Погодите, а куда он их складывает, эти замечательные патроны для магнума? 6-6-6. А, у меня же они кончились. Мужики вчера говорили, что магнум отличная пушка. Крупнокалиберный пистолет. Надо попробовать его прокачать. Так. Бутылку заберем. Там что-то на земле лежало, говорит Бейсраф. Сейчас посмотрим. Бейсраф, сейчас посмотрим, что там лежало. Так, ну здесь вроде по ощущениям нет никого. Поэтому ныкаться. А, это можно спрятаться здесь, я понял. У нас там товарищ кровью-то не истечет за такое количество времени, пока мы изучаем окрестности. А сжигать трупы не обязательно. Если вот такой стелс-скилл сделали, то они уже не встанут. Сжигать трупы не обязательно. А, лежал слякоч. Так, ребят. У нас мина впереди. У нас впереди мина и один тип. В руке у него что-то типа... А, это, видимо, что-то типа динамита у него в руке. Ну, давайте аккуратненько ползем. Меня сейчас заметить может. Его коллега уж точно. Мы сейчас не можем двигаться быстро, а вот сейчас можем. Да, ребята еще говорили, субстрат, ты прав, что патроны на магнум почти не найдешь, но что-то их падает прилично. Мы оттуда его выпалили. Мина на него вроде не подействовала. Сейчас он подойдет, и мы его ландшотим. Он у нас налево сейчас пойдет изучать местность, я верю в это. Какой безумный блеск в глазах. Так, а у него что в руках? А, у него в руках шашка. Неспешно. Все очень неспешно. Пойдем дальше. На всякий случай заряжу-ка я пистолет. Так, еще двое. Еще двое. У одного... А, нет, трое даже еще. Ничего себе. Давайте попробуем, попытаем удачи здесь. Бомбами нужно быть аккуратнее. Джин, ну... Мне предстоит еще. Мне предстоит.
Так, наверху стоит снайпер. Видите, прямо на 12 часов от нас. Так, у этих у всех оружие есть. Подождем. Они меня видят. Вижу, 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 бегом. Да, одно неверное движение и все. Дарксайд, нет, не знаю, не объявлялся он вроде сегодня. Пока не видел. Партизан, в любом случае нужно будет играть аккуратней. Играть аккуратнее, сказал он. Да, сыграли аккуратно. Мы сейчас очень аккуратно сыграли. Прям ужасно. Надо собраться, аккуратно одного и второго снять. Вот этих вот двоих. Продвигаться дальше. Даже если да, у него очень сильно дрожат руки. У меня не качана абсолютно точность пистолета. Руки у него... дрожат сильнейшим образом. Вот. Поэтому такое бывает, ничего страшного. Так, а где я оказался? О, в самом начале. Ну да, это все, собственно говоря, то же самое. Пауклов, привет. Привет тебе. Всем еще раз здравствуйте, кто только подошел. Трансляция по ИУВЗ. Сегодня я сегодня пораньше вернулся. Вот, есть... время постримить. Ну, все-таки Джоэль как бы... он же все-таки полицейский. Себастьян, да? Джоэль не полицейский. Джоэль просто человек, который оказался в очень сложном положении. Нексус, привет. Привет, Николай. Все, меня опять спалили. Ё, это у него обрез. У него обрез, ребят. Рукопашная пошла. Сол пришел. Привет, Сол. Хе-хей. Тренировки, да просто в зал хожу. Обычные тренировки, как у всех. Так, что-то не очень здорово. И Номи пришел. Ну все. Все в сборе. Бля, они сейчас вдвоем придут за мной. Они сейчас придут вдвоем. И куда же ты, интересно, это кинул, родной? Калеб, ты, наверное, я не знаю, не слышишь, что я тебе говорю. Да, действительно, есть проблема с водами, ничего с ними не поделаешь. Вот. Поэтому
к сожалению, воды в том виде, в котором они есть. Всего наиграли в нее 19 часов, судя по сейвпоинту. Вот, поэтому я надеюсь, что сегодня приблизимся уже к окончанию. Так, где они там? Давайте подождем, я спешу очень сильно. Йовщи пришел на Twitch, говорит, буду здесь смотреть. Странно, почему не на Good Game. Привет, Лёх. Не будем никуда спешить, нам некуда. Единственный минус, что Себастьян очень медленно ползает на корточках. Просто очень медленно. Джоли, конечно, побыстрее в этом плане. Себастьян тот еще слоупок. В теории их можно вообще в ловушку поймать. Обоих, но я не хочу тратить стрелы. Потому что Ленив говорил, что в конце они пригодятся. Там какой-то зубодробительный уровень будет в конце. Давай уже разворачивайся наконец. Надо перейти вот за ту машину налево. А, не услышал. Зараза, а. Остался один патрон, ребят. Ты можешь ее сжечь? Так, ладно. Сыграем так. Не совсем красиво и надежно, но ладно. Бог, бог бы с ним. Партизан, зато сделали как ты хочешь. Так, забираем слякоч, проходим дальше. Нет, тут просто дело в том, что да, стелс ясным днем. Есть некоторые особенности. Так, того бы я, наверное, бы сейчас... Господина, который там мониторит, отправил бы помониторить. Где он там был-то? Не вижу его. Аву, привет. Не нужно. Спешка нужна только при двух случаях. И прохождение его УЗН не один из них, как нам известно. Так, где он? Я потерял его из виду. Подождите секунду. Так, один здесь, хорошо. Этого пока не трогаем. Этого мы не трогаем. Угу, вот еще один здесь. Так, ну тогда я предлагаю сыграть через вот левого. Что у нас по патронам? Что по патронам, по макаронам? Все плохо по патронам, на самом деле. Эти два ребят, два пацана нас не видят, даже хорошо. Там их трое минимум, Коля говорит. Ну, возможно, да. На самом деле даже больше. Смотрите, раз, два, три, четыре. Я четверых отсюда вижу. Вон там еще пятый ходит. Ну, это да, это... Потом, возможно, нужно будет все-таки в ловушку поймать. Их там очень много. Плюс мина, надо не забывать про нее. Ну, ладно, давайте тогда сейчас этих двое, эти двое выйдут. Мы попробуем одного забрать. Разминировать мину. Тоже небезопасное занятие. Отнюдь. Нет, эти видят меня. Калеб, будем проходить еще раз сюжет. В сюжете произошло... Ты где остановился? Скажи, может, я тебя сориентирую просто. Нет, ну, ничуть не смущает. Я считаю, что Кодзима достаточно грамотный человек. Metal Gear это вообще, наверное, лучшее, что есть в мире видеоигр. Ну, одно из лучших, это просто шедевр. По мне, игра мне очень нравится. Поэтому
Блин, они вместе ходят. Что такое вообще? Может их взорвать? Или просто через Стамбул сыграть? Ну, тот заметит сейчас. Ну, ладно, давайте попробуем. Была, не была. Это сейчас увидит меня. Да, сваливаем, сваливаем. Сейчас что-нибудь придумаем. Ну их там трое в одном месте. Это вообще что-то дичь какая-то. Джуз пришел. Привет. Привет, привет, Миша. Так, он нас не видит. Отлично. Отлично. И второй товарищ его тоже, похоже, меня не видит. Отпулили немножко назад. Так, это, по-моему, да, это... Они сейчас с коллегой развернутся и пойдут. А мы убьем обоих. Поползли. Аленушка пришла. Привет, Ален. Привет тебе. Видишь, безобразие какое. Черт возьми. Оставили нас без патронов. Вообще без средств к существованию. Режем зомби-полицейских. Peace Walker поиграем. Ребят, там надо подготовиться, потому что не так просто. Во-первых, нам надо переводить. Вот, в реальном времени. Мне нужно будет выспаться, мне нужно будет много чего сделать для этого. Для погружения в сюжет там все не так просто. Так, Darklight, кстати, не принимаю претензий, потому что стелс я очень люблю, стараюсь. Во все МГС я играл без убийств, прохождения там никого не убивали. Вот, Deus Ex там тоже пацифисты делали. Давно, правда, это было очень. Вот, поэтому... И в Хитмана... Ну, Хитман — это легенда вообще. Может быть, когда-нибудь я вернусь к нему. Не знаю, когда там. Пропускаешь дроп, говорит. Тролль. Сейчас посмотрим дроп. Подождите, у нас тут более важная задача, если он правда приоритет расставлять. Там мало сюжетки, играешь в спортативки. Но посмотрим. В любом случае, она является связующим звеном между... частями, поэтому надо обязательно пройти. Так, это нас сейчас спалит, я туда не пойду. Тихо. Очень опасно было, ребят. Очень опасно, сейчас заново бы начал. Куда ползешь-то, а? Ирод. По катему. Ой-ой-ой-ой. По катему вокруг машины сейчас, наверное. Так, он с той стороны. Не хочу его патрон. Отлично. Джипзы и куски. Молодец. Молодец. Вот до чего доводит неправильное обращение с взрывчаткой. Ребят, всем еще раз здравствуйте. Пришел Андрей и мистер Вигор. Ребят, привет. Тем временем собираем. Как бронируешь? Бронируешь — это какое-то странное слово. Планируешь, наверное. Как планируешь совмещать позже Bloodborne и Ведьмака 3? Не знаю, Bloodborne будет приоритетным по-любому. Я думаю, что по Ведьмаку будет такое количество профессиональных стримов, что там... Какая сложность? Выживание — сложность. Это первая сложность, максимально сложность для первого прохождения. Привет. Все еще первое прохождение, да, надо добивать. Так, ну что делаем-то? Разминируем. Разминировать надо. Пам-пам-пам. Да, была, не была. Была, не была. Совсем рядом. Совсем рядом и были бы из меня джипзы. Так, где? Господин на мосту со снайперкой. Я его из вида потерял. Впереди нас ждет еще минимум двое, может быть и трое. Так, забираем Слякоч. Он стоит вон прям там, слева. Совсем рядом — это на Акуме. Но там тоже было совсем рядом, прям вот совсем рядом. Плюс 300. Блин, аптеку заюзаем, нет?
Давайте заюзаем аптеку. Почему бы и нет? Поиграю в Резиденты. Ребят, не знаю, в Резидент... Ну, мне нравится игра, да. Так, и нас спалили. Кто пока не вижу, но кто-то спалил. Хорошо бы не снайпер это был, да, например? К этим. Наверное, коллега, который вот там ходил. Ого, понял. А бутылка есть? Вот бутылка бы... А, все, он потерял нас из виду. Все, золотая рыбка, давай. Ну, спасибо, конечно, за такой отзыв. Но на самом деле огромное количество хороших стримеров сейчас есть. Один из лучших, пожалуй, это Джус. На данный момент. Джус мне очень нравится. Михаил просто самородок. Самородок. Хорошо, что он пришел на Good Game. Миша действительно молодец. Он дает то, чего очень мало среди стримеров. Это интертеймент. Это действительно развлекает пользователя, зрителя. Всегда приятно Михаила смотреть. Магнум забираем. Я ввиду того, что занят, вот, стримить могу редко, да и никогда я особо... Ну, как бы, у нас трансляции, они скорее представляют из себя гифки, а не стримы, да, то есть назвать полноценные траи в Dark Souls чего-либо на SL1 сложно. Вот. Это скорее гифка. Вот поэтому те, кто это смотрит, люди, скажем так, определенного склада и личности, и ума. Я, к сожалению, это потерял из виду снайпера. Вот я подозреваю, что он меня нет. Егор куда пропал? Егор работает. Ё-моё. Это что такое? Подожди. А, все нормально. Опять потерял меня из виду. Не, ну, так о зрителях говорить плохо. На самом деле, это хорошо, что Good Game собирает настолько разную публику вообще наша трансляция. Это здорово. Я... Отдаю себе полный отчет, что незаменимых людей нет. Поэтому, если будет возможность, я постримлю Ведьмака. Потому что мне, в принципе, творчество пана Сапковского близко. И книги читала только, кроме последней. И, собственно говоря, в игры во все играл. Первого Ведьмака, по-моему, раза два даже на стрим проходил. А нет, один вру. Второго Ведьмака, там много разных челленджей было. Интересная игра. Но первый все-таки мне нравится больше. Если сказать честно, то первый мне нравится больше, чем второй. Несмотря на все кривости BioWare Engine, несмотря на всякие разные штуки, все-таки первый он пронизан вот атмосферой мистики, работы именно Ведьмака. То есть второй он хороший, но не такой, как первый, конечно. Йен? Йеннифер? Кто такая Йеннифер, ты не знаешь, Жуз? Ты иди книги читай. Или хотя бы аудиокнигу скачай. Йеннифер — это чародейка. Так, плохо. Блин, попаду я в нее бутылкой, нет? Она меня потеряла из виду, хорошо. Сейчас мы воспользуемся этим. Так. Руки, ноги. Давай, давай, уходи отсюда. Вали. Собственно говоря, выходим. Ой-ой-ой-ой-ой. А бутылку он оставил, да? Опрометчиво. Ладно, не будем залезать тогда никуда, потому что, видите, оставляет он бутылку, ничего не сделаешь. С
самом деле игра изобила колоритными персонажами, конечно же, на всяких выставках, на которых присутствовали. Было огромное количество косплееров. Это люди, которые подражают персонажам книг, комиксов, фильмов, игр. Было интересно посмотреть на профессиональных косплееров, которые делали косплеи по игре «Ведьмак». На Игромире там были, да, в рамках. Ну, конечно, это, по сути дела, понятное дело, что костюмы у них были очень серьезные. Самим такое поднять сложно. Там детально проработанные костюмы были. Вот, то есть это все делали организаторы. Организаторы, которые были на стенде. Ну, все было весьма качественно. Фанк, привет. Фанк нарисовал Пришланское 2. Это странное существо. Я делаю косплей на Йен, говорит Алена. Это заслуживает уважения. Потому что любой косплей, он на самом деле весьма сложен в исполнении. Особенно... Ну, ты кудряшка, поэтому тебе, наверное, даже особенно заморачиваться-то не надо, да? Ой-ой-ой, что там? Там не очень все хорошо. Ну, вон тот тип сидит. Вон наверху, видите, со снопой. Давайте, наверное, с ним поговорим. Я не знаю, потому что... Так, а ты где, мужчина? А, вот ты где. Так, у тебя один патрон. Один. Все. Больше патронов нет. А что я тут делаю? Я ищу аптеку. Аптечку Джозефа ранили. Надо достать аптечку. Что-то спичек много лишних. Так, это последний или нет? Ну, у него в руках что-то типа динамитной шашки опять снова. Только куртку сделать сложно. В остальном она достаточно простая. И научиться творить магию, да? Так, у нас снова проблемы. Хотя он говорит, не хватает профессиональных разговоров о Next Gen. А у нас когда-то были профессиональные разговоры. Тематические вечера, да? Ой. Ё-моё, как? Как так-то? Задел. Блин. Грубая ошибка. Чуть не стоило мне. Пятнадцати минут. Или двадцати, сколько они тоже. Так, ты где? Ага, тебя по цвету не отличишь. Серая палитра очень такая. Сфинит, привет. Еще раз всем здравствуйте, друзья. Кто только подошел, сегодня трансляция у нас по игре Evil Within. Замечательное творение Tango Gameworks. И патроны для Magnum упало. Очень неожиданно. А куда ты их складываешь? Подожди, это патроны не для Magnum, это патроны для обычного пистолета. Энджел пишет, когда, помню, был подростком, каждую книгу в «Ведьмаке» ждал с огромным нетерпением. Одна из лучших книжных серий, что я читал. На самом деле, я читал достаточно большое количество книг по различным фэнтези, фантастическим вселенным. Сейчас, ввиду занятости, конечно, времени мало. Из последнего прочитал, вот, говорю, только цикл «Песнь льда и пламени». Там «Танец с драконами» книга мне понравилась очень. Вот, по небезызвестному. Ну, ее, в принципе, экранизирует сериал, да? Game of Thrones. Канал HBO. Многие знают, смотрят. Топовый сериал. Вот. Ну, вселенная интересная. Она рассчитана на взрослого. На самом деле, есть много других интересных вселенных, которые... Мне очень понравился Тед Уильямс, его «Орден манускрипта». Тоже интересный цикл. 6 книг. Можно почитать. Но Сапковский... Радует, всегда радует. Так, я думаю, что сначала мы берем аптечку, потом без детальки, потому что я могу тут дрогнуть рукой, в общем-то, и мы начнем все сначала. Так, все собрали. Лучше это хроники Амбера. Возможно. Возможно. Не думаю, но возможно. Ворон пришел. Привет, Ворон. Ворон 13, Good Gaming. Привет.
Так, как там пролезть-то? Как пролезть? Вот здесь, наверное, да? Ну, куда-ка посмотрим. Подожди, нет, не здесь. Так, Себастьян, давай. Ты с другой стороны вылезти можешь? Нет, не можешь. Хорошо, что я делаю не так? А, вот же. Понятно. Так, никого там больше нету. Да, видимо, как скоро здесь оказалось вообще? Безумие какое-то. Так, ладно, хорошо. Так, забираем сначала слягче, потом... Ой, кто? Где? Откуда? Появился глазик, это значит, за нами могут наблюдать. Так, видимо, с другой стороны машины. Нет, к сожалению, чипит не читал. Опа. Так, ну возле бочки. Иди ты, родной. Не буду я тут изощряться. Сгорел. Так, больше никого, видимо. Так, это долгожданная аптека или что это? Кровоостанавливающее средство, если он еще не истек. Вещество способствует свертыванию крови для экстренной обработки ран. В комплекте бинт для оказания первой помощи. Ладно, забираем, пойдем. Контрольная точка. Наконец-то можно забрать фрагмент 24 Crimson Expressway. На нем отображен. И давайте соберем аптеку. Аптеку юзать пока не будем, потому что по ХП это нормально. На обратном пути нужно забрать детальки. Если профейлюсь, смогу начать отсюда. Ой, что это? А вот это вот не входило в мои планы. Хаммер с огромной пушкой. Это очень плохо. Это очень плохо вообще. Так, что делать-то? Снопы нет, я его не сниму. Стрела. Дробаш вообще пустой. 10-й калибр, это очень хорошо, говорит ледокол. Привет, ледоколыч. Так, где ты? Ага, они палят по скорой, да? Так, ну, я думаю, что у них не особо там... Так, где? Он впереди один, я вижу. Один ходячий впереди. Стелс-пулеметом именно. Есть фонарик? Вот видите? Но днем его включать смысла нет. Надо провести рекогносцировку, посмотреть. Блин, мне нужно что-то такое, чем я могу просто... Слушайте, он стреляет наугад. Он меня не видит. А мне нужно будет забраться сюда, ё-моё. Плохо. Задел. Себастьян очень медленно встает, неспешно, я бы сказал. Бочек много кругом, может быть. Терпит Себастьян. 50-го калибра, да, все очень больно. Нет, не самый верный способ я выбрал, безусловно. Сейчас нужно будет придумывать что-то другое. Я думаю, надо придумать гранату. Гранату нужно придумывать без вариантов. Попал, не попал. Не попал, к сожалению. Все понятно. Разорвали меня на джигзе, да, все очень плохо. О, Ксилнага пришел. Написал, что Ведьмак понравилась игра больше, чем книги. Ну, как сказать, книги по Ведьмаку это... Прежде всего, наверное, история любви, да? Там очень много романтических настроений каких-то. В игре это все...
Я не смотрел, Илюх. У меня что сотня лежит там первый-второй сезон. Что «Ходячих» я не смотрю уже очень давно. Вот, поэтому, к сожалению, не смогу с тобой поддержать разговор. Прошу прощения, привет тебе. Так, ладно. Плохо, плохо. Сейчас опять приедет. Блин, вот я как знал. Вот не надо было тратить все до конца. Взорвать его нужно будет. Как-то нужно взорвать. Вариант один, граната. Вариант один, граната у нас есть. Так, я отсюда вижу. Да, я отсюда вижу его. Нужно попробовать... Вот так вот наугад. А, понятно, она взрывается в воздухе. Ну, здорово. Плохая идея была. Тоже взрывается в воздухе, не долетев. Так, а я вообще вижу его в скоуп снайперской винтовки? Я, к сожалению, да, я могу его... Подстрелить-то я его могу, но... Слушайте, ну в теории можно попробовать. Правда, с таким дрожанием. Да, там пуля уже на излете идет. И... Не, ну это не вариант. Это не вариант. Так. Это не вариант. Надо думать. Так, у меня, по-моему, чаты отвалились. Да, чаты отвалились. Сейчас, ребят. 12 глава, поездка называется. Сейчас приоткрою вас. Себастьян пока раздумывает, чем ему заняться. Говорит, тебе надо обойти его и сесть туда. Да, ну я попытаюсь сейчас это сделать. Путь здесь всего один, он, к сожалению, не может пролезть под машиной. Респонс. Я думаю, что в перерыве между вот тем, как он стреляет, можно пробегать. Он меня видит. Так, дальше бочка есть. Мы не взрывали, кстати, с вами ни одной бочки по пути сюда. Слушайте, ну отсюда я дотянусь до него уже. Гранаты-то. Блин, она взорвется об крышу. Не, не попал. Теперь он будет меня палить постоянно. Так, что у нас есть из болтов? Разрывной один, да? Он опять же на излете будет. Не знаю, ребят. Оп, нет, не попал. Я не попал в него. А что там светится так? Ё-моё. Добили.
И там мина была, да? Да, так, так дело не пойдет. Я, подождите, я все еще жив? Это очень странно. Я все еще живой, между прочим. Вот оно что, да? С каким-то чудом Себастьян выжил. Хорошо, юзаем аптечку. Так, я туда залезть могу вообще, нет? Два впереди. Три впереди. Четыре впереди. Я не думаю, что эта штука повернется. Так, а здесь мы сделаем по-другому. У них есть что-нибудь типа огнестрел? Так, меня сейчас делают по-другому, да. Сделаем нормально сейчас. Давай, иди сюда, чертик. Один. Это вот не очень хорошо, что ты один. Как-то ты один пошел. Я остался, там спулил целую толпу. А он один на меня пошел, да? Садись за пулемет. Так они меня не убьют, вы хотите сказать, если я сяду за пулемет сейчас? И сосал, привет. То есть они спокойно отреагируют на то, что я сяду за пулемет, да? А, ну нормально все, да. Все хорошо, в принципе. Все, пошла жара, все нормально. Ну так даже лучше. По стелсу с пулеметом. Так, есть еще? Кто-нибудь? Давайте, давайте там поспокойнее, ребят. Стелс пошел у нас. Ой, не в каске. Что-то не очень здорово, да? Еще бегут, еще партия. Сейчас до меня докинут в какой-то рик это. Все безобразие. Так, ну что, это еще не все, что ли? Нет, не закончилось. Так, все, ну-ка, давайте посмотрим внимательно. Быстрее, да я быстрее, подожди. Мне как можно... Давай, говорит. Так, лута нет никакого, да, с них? Ой-о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 й. Бери их от меня, каким образом? Вы издеваетесь? Подождите, а сейфпоинта нет, да? Где второй там был убит? Сейчас, ребят, разберемся. Сложный момент. Достает до автобуса. Все. Так, вроде все. Больше нет никого. Ладно, пойдем. Осталась только бутылка. Так, я надеюсь, он крови не истек, пока мы все это делали. Продолжает мучиться, ладно. Shit.
Надо выбираться отсюда да поживее. Придется таранить. Давайте таранить, ребят. Сейчас тряханет. Так, пошел у нас. Симулятор Кармагеддон, ребят, пошел. Была такая игра, отлично. Вообще поражает физика. Физика, в принципе, похожа чем-то на Project Cars. Там тоже будет отсутствовать сцепление с дорогой. Это Рубик. Стал с автобусом. Да. Так, ну, колеса потеряли сцепление с дорогой, поэтому тормоза не работают. Ачивку бы дали, если никого не сбил. Джин, ты как всегда вовремя пишешь, понимаешь? Я думаю, наоборот, дадут ачивку, если всех собью. А, ты, конечно, ты как всегда вот очень вовремя написал про трофей. Спасибо тебе большое за это. Ну, ладно, ничего. Ничего страшного. Так, эпизод 12 пройден. Сохраняемся. У нас есть, по-моему, с вами один ключ. На Акуме, говорит, пройдешь. Ну, хорошо. Хорошо. 21 час 18 минут. 13 глава потери. Согласно тому, что писал Ленив, до конца игры остается 2 главы. У нас совершенно нет патронов. Все очень плохо. Я предлагаю сделать небольшой перерыв. Всем еще раз здравствуйте. На моих часах 15:22. Давайте, наверное, я сейчас быстренько отойду. Гараж пришел тем самым временем на Good Game. Я пропустил начало игры, говорит, гол заново. Тем обязательно в свое время. Ребят, подойду. Подойду сейчас. Никуда не уходите. Нужно пойти закрыть белково-углеводное. А то что-то дует. Дует. Скоро вернусь.
И всем снова здравствуйте. Good Game SK2, Twitch, всем привет. Давайте продолжим. Перерывчик сделали небольшой, 8 минут, 9. Все очень своевременно. Что там такое? Джуз там что-то кинул, сейчас говорит за косплея. Давайте посмотрим, что там. О, да, мы такого убивались. Лютый тип, Джуз. Лютый тип, в Альфе он был. Один такой. Жесткая тема. Да, наверное, в релизе тоже будет, конечно же. В сети уже полно скриншотов того, что нас ожидает в Bloodborne. Поэтому надо просто дождаться. Так, переходим, ребят, к 13-му эпизоду игры Evil Within. Давайте посмотрим. То неловкое чувство, когда даже кенгуру мотивирует ходить в зал. Ну, тут у каждого мотивация своя, видишь, мастер. Силлер, привет. Привет. Всем еще раз здравствуйте, с кем не здоровался. Ребят, на Твиче, кто смотрит трансляцию, не удивляйтесь, чат читаю несколько реже, чем обычно, поэтому вся информация, которая вам необходима для того, чтобы находиться на связи с общественностью, находится в Useful Link. Это каналы на Good Game и на SK2 TV. Пожалуйста, переходите по ссылкам, смотрите трансляцию в лучшем качестве. Darklight, что что-то. Так, мне кажется, мы куда-то приехали. Причем приехали так капитально и ненадолго. Kidman. Транспортное средство пришло в негодность, к сожалению. Пруф на СК2 ТВ спрашивает, в чем сюжет, пацаны? Сюжет достаточно сложен. Так вот его в двух словах не расскажешь. Я уверен, он имеет также глубокий философский подтекст. Так, уже знакомый нам вентинговый автомат с энергетиком Браттон. Давайте потыркаем его немножечко. Слякоча, слякоча, слякоча. Очень много слякочей. Больше не упало ничего, ладно, окей. Так, здесь что? Ну, Птиам, я на самом деле тебе открою секрет, что есть... внегласное правило, что все коллеги, которые работают на благо обоих порталов, достаточно хорошо между собой общаются. Потому что, в принципе, как бы я не считаю людей, которые занимаются схожим, ну, как бы схожей деятельностью, какими-то конкурентами. Конечно, есть кривотолки там и так далее. Но я крайне положительно отношусь к людям, которые это делают. Джуз отношусь очень хорошо. Он отличный парень, веселый, очень умный. Всегда есть о чем поговорить. Всегда приятно слушать. Вот поэтому обязательно подписывайтесь на Джуз тоже. У него замечательные, веселые стримы. Вкратце в чем замут? Могу пояснить. Есть стримеры, которые не хотят общаться, а есть те, которые хейтят всех коллег. Также девушек. Ну, я считаю, что здесь есть определенный подтекст, Ален. Человек, который не хочет общаться, он наверняка не хочет это делать почему-то. Ну, не все такие жесткие интроверты. Даже среди стримеров, потому что если человек начал стримить, то он же хочет что-то рассказать обществу о себе. Так, здесь мы все собрали. Поэтому тут же от человека зависит, конечно, какие именно он преследует мотивы. Вот. Основа... В основе сюжета лежит история детектива Себастьяна Касталаноса, который расследует мистические события, произошедшие в психиатрической лечебнице «Маяк», куда он прибыл с коллегами, с Джозефом и Кидманом. Вот. И очередной дневник мы нашли. Дневник Себастьяна Касталаноса, 1 сентября 2012 года. Майра исчезла. Уже несколько дней от нее никаких вестей. Я написал заявление, но они думают, что она я сошел с ума. Ее машина, компьютер, часть вещей. Всего этого тоже нет. Я никак... никаких намеков на состав преступления. Все считают, что она меня бросила. Постоянно вспоминаю про то, что я пью, словно это имеет отношение к исчезновению Майры. Вот только они не считают его исчезновением. Смотрят на меня, словно это я виноват в том, что она ушла.
Я-то знаю, что она не ушла. Кто-то ее похитил. Она была близка к разгадке тайны. Но какой? Зеркало на стене. Ну, зеркало на стене — это дорога к сейфпоинту. Сейчас, секунду, я изучу вот все. Ну, видимо, куда-то пропала Кидман. Так, туда не... Погодите, туда мы пока не... Что он там делал? Вы видели, что он устроил там? Маленький засранец. Ладно, хорошо. Давай, Алён, удачи. Удачи, спасибо тебе за время. Заходи еще. Алёнушка пошла озвучивать. Молодец. Так, оказались мы с вами снова в лечебнице. Когда продолжение Трайна. Ребят, Трайн скорее был исключением, чем правилом. Вот, поэтому посмотрим. Моя голова. Голова болит. Мигрень. Вот, поэтому посмотрим. It's been a while since your life. Холли, я думаю, что тебе давно уже должно быть все равно на этих личностей, даже если они таковые есть. Древний особняк сгорел дотла. Вероятно, это был поджог. Особняк семьи Викториана сгорел дотла, полагают, что это был поджог. Ну, повторение, заголовка, окей. Местонахождение владельца затворника неизвестно. В любом случае, мы не говорим здесь о какой-то гегемонии, да? Есть разные стримеры. Хорошо, что они есть. Апельсинчик, привет. Так, что у нас там с мозаикой? Что-то мозаики вообще очень много. Много не собрали. Нет, это не совсем рассол. Это опыт. Вот эта вот жидкость, жижа, да, слягче ее называем. Это что-то типа опыта. На нее можно выполнять улучшение. Так, ничего, давайте нижний. Па-бам! Не очень. Честно скажу, не очень. Зектор пришел. Привет, Зектор. Стилвинта, а Джус Литок с консоли стримит. Он как бы стримит даже, наверное, больше с ПК. Вот, поэтому... Да каждый стримит с той платформы, которую считает более удобной для себя. Я, опять же, не вижу здесь никаких проблем. Так, там 30-ка нужна нам, да? У нас 14-450. Не, ну не будем пока. Нам нужно 30 тысяч. 14-450 это в два раза меньше. Бить 50 очков, поэтому... Бог с ним. Пойдем дальше. 13 глава. Потери. Что они там потеряли, мы сейчас узнаем. Девушка в приемной. Ну, это медсестра, которая... Визич, привет. Придется туда спуститься. Так, вот тут туда вот спуститься, да, ты хочешь? Угу. Ну, к сожалению, у нас нету Bad Claw, чтобы туда спуститься. Поэтому придется спускаться как-то иначе. Так, что там этот засранец сделал? Пойдем посмотрим. Потому что он там что-то переключал. Что он там переключал сейчас? Ты 30 до конца игры не наберешь, возможно. Ну, возможно. Так, детальки. Что это такое? Это кислота. Это, ребят, кислота. А на обезвреживание этой штуки нужно время. Джозеф у нас в совершенстве овладел электротехникой, то бишь наукой о контактах, да? Молодец. Так, вендинговый автомат один тут завален. До второго добраться, не добраться, нет, не добраться.
капающая кислота. Да? С этой стороны она, видимо, включается. Так, время снова использовать лампу. Так, что это за замечательная дама в балахоне? Смотрите, прям отсылка к The Room, да? Silent Hill The Room. Кто играл, помнит. Там у главного героя комната была вот так же запечатана. Ну, не колючей проволокой, правда, а цепями. Надо, кстати, как-нибудь поиграть в нее. Блин, давно хочу. На коробке в слове «братан» ошибка. Там не слово «братан». Уже останавливались на этом. Колоссальные повреждения, на самом деле, происходят в городе. Я не знаю, тут просто ни одного живого нет. О боже, откуда такие разрушения? Это что? Это вот этот поезд метро там? Ага, смотри, как он висит. Возможно, по нему нам удастся перебраться на ту сторону. Давай сначала выберемся отсюда. Давай. Да, что-то прям... Такое ощущение, как будто сюда этот чип все съел. Кто играл в Gears of War, понимает, о чем я. Были гигантские червяки, да? Очень неприятные. Так, лифт. Лифт не выглядит как что-то надежное. До свидания. Было очевидно, что это надо отстрелить. Так, ну, полезли. Равиноус, к сожалению, до конца непонятно. Поскольку проводились эксперименты с совмещением сознания, возможно, все, что сейчас происходит, происходит по воле Рувика. Я думаю, что нет, это не настоящий мир. Нет, нет, не надо рисковать. Не надо рисковать. Я вообще сомневаюсь, что это напарник наш настоящий. Погоди, кажется, я вижу еще один проход. Давайте встретимся внизу. А где ты там его видишь? Подозрительный тип, на самом деле, очень подозрительный. Вот. Прочитал Вики, не понял нифига. На муте сижу фигню с непонятным сюжетом. Написал пруф. На самом деле сюжет... это японский проект. Вот, это японский проект. Поэтому сюжет очень интересен. Он интересен в первую очередь для тех людей, кто ценит японские игры. Вот. Поэтому не для всех. Ну, безусловно, не для всех игра. Всем угодить невозможно. Черт, сначала Кидман, теперь... Возможно, кому-то хитросплетение сюжета не понравится здесь. Что-то весьма мерзкие создания периодически предстают перед нашим взором. Почему, когда над всякими психами проводят эксперименты, должна страдать вся планета? Ну, возможно... Так, а что там такое-то? Я не вижу. Что, нельзя посмотреть? Так, ну-ка присядем. О, здравствуйте. Здравствуйте. Похожее создание у нас уже встречалось. Так, это местный пирамид Хэт, ребят. Местный пирамид Хэт, только с сейфом на голове. Берем бутылку, это босс. Так. Вининговый аппарат не работает. Это Хавель, да, возможно. Нет, никакого отношения к тому, что это игра для элиты, конечно же, нет. Просто... это обычный... кроссген. Проходняк. Не претендующий ни на что, как правило. Существует огромное количество киберспортивных дисциплин соревновательных, в которые можно поиграть. Но на данном канале вы их не увидите. Здесь вы видите только кинцо-мыльцо и кроссген-проходняк. Вот. Кубхэт. Сейфхэт. Ну да, как-то так. Так, ладно, пойдем. Давно что-то не было опять этих самых статуй. Акель, в последнее время покупают только в PSN. Ой-ой-ой, сейчас он заметит, заметил. Ну что, попробуем барную потасовку сделать, если получится. Хотя вряд ли. А, у него шашки динамитные. О, не, Индиго, вроде нет. Не был замечен за таким. Все японские
японские хорроры построены на человеческих фобиях, как правило. Ой-ой-ой-ой. У него обрез. Этим они отличаются, в общем-то, от всего остального. Так, ну что делаем-то? Блин, вот не совсем я прав в этом отношении. Ёпарасете. Кританул кулаком. Ладно, допустим, не... Да, это вообще жесть. В джипс разорвал просто. Просто в джипс разорвал. А потому что мили... Удар качали вначале. Но опять же, на каком уровне сложности она не представляет проблем? 1000. Есть уровень сложности Акьюма, где one hit равно kill. Посмотрим, посмотрим. У меня сейчас первое прохождение, поэтому... Так, ты что там делаешь? Это Рувик, смотрите. А, нет, это, наверное, фальшивый Рувик, я думаю. Как и в тот раз. Да, не похож на настоящего. Настоящий Рувик никогда бы не стал открывать в собственном кошмаре двери, которые сам закрыл. Тем не менее, он идет в нашу сторону. Что-то не вижу я его. Куда он пропал-то? А, возможно, он завернул. Ну вот где-то здесь он, вот в этом вот кубике. Пойдем посмотрим. Рычит. Так, он бродит. А, не знаю, может...